Религии были созданы для того, чтобы скрыть правду о себе. В каждой религии есть священная река. Для египтян это река Нил, а для христианства река Иордан. Эта река на самом деле является каналом, который проходит от нижней части вашего позвоночника к вашему третьему глазу. Рай и ад – это полные состояния ума, в которых низкие состояния сознания являются адом, а высшие – раем. Теперь эта энергия кундалини закручивается вверх по позвоночнику, подобно спиралям ДНК, и они образуют 33 позвонка. Вот почему Иисус умер в 33 года. Это и есть процесс вознесения, это лестница на небеса от физического материи к духовности. Даже египтяне знали о третьем глазе, называемом шишковидной железой. Он является сосредоточением вашего сознания. Ваше тело смертно, ваше сознание – вечная сущность. На самом деле вы никогда не умрете. Это и есть истинное христосознание. Иисус символизировал этот алхимический процесс, и даже в Библии говорится, что глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и твое тело будет полно света. Это третий глаз, шишковидная железа, ключ к другим мирам, к духовным мирам, которые находятся за пределами нашего физического опыта.